Ты одна? Да. Деньги привезла? Где мой сын? Сначала бабки! Слушай, твой сын жив. Пока что. Поэтому покажи деньги. Проблемы здесь никому не нужны. И раненые тоже. Я выполнила ваши условия. Теперь ваша очередь. Хочешь снова увидеть сына? Делай, что говорят. А иначе за последствия будешь отвечать сама. Так что придется рискнуть. Деньги показывай. У нас был уговор. Условия изменились. На месте? Вроде да. Давай. Не тормози. Не снимай маску. Ну же, сюда. Прикрой меня.